А судебные приставы сегодня пошли к должникам. Обошли несколько десятков адресов ярославцев, которые накопили долги за коммуналку. Проверяли имущественное положение хозяев квартир, наличие машин или других транспортных средств, устанавливали источники дохода. Среди должников, как правило, встречаются граждане, злоупотребляющие алкоголем, но есть и вполне успешные люди. Подход ко всем один. Я вообще мать-одиночка, у меня нет ни мужа, ни работы, я сижу в декрете. Чего вы ко мне ходите? У этой женщины долг за ЖКХ более 30 тысяч рублей. В ходе рейда приставы описали телевизор. Его потом продадут в счет погашения долга. В поле зрения приставов эта квартира попадает не первый раз. Ранее хозяйка рассталась с телефоном. Всего за 9 месяцев взыскано более 190 миллионов рублей. Но еще предстоит взыскать долгов в 2,5 раза больше. В связи с этим приставы участили рейдовые мероприятия. Сейчас в Дзержинском районе проходит рейд по всем должникам. Выявляется имущество, на него накладывается арест.